Следственный комитет России отмечает 7-летие со дня образования. Сотрудников регионального управления Следственного комитета со знаменательной датой поздравил и руководитель ведомства Андрей Потапов. Уважаемые коллеги, ветераны следствия, примите самые искренние поздравления с днем образования Следственного комитета Российской Федерации. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы, успехов в решении профессиональных задач, стабильности, семейного благополучия, оптимизма, терпения и понимания. Всего самого лучшего вам и вашим близким. На торжественном собрании также были вручены благодарственные письма, почетные грамоты главы правительства и Верховного Хурала Республики. В годовщину создания Следственного комитета пожелали своим, хоть и бывшим, но коллегам сплоченной работы, отличных показателей, решительности при выполнении поставленных задач и преданности служебному долгу и ветераны ведомства. Я очень рад, что нас, ветеранов следствия, не забывают. Звонят иногда, советуются, иногда даже некоторые проблемы можно решить, совместно совещаясь по телефону, да? Ну и пожелаю вам, следователям, крепкого семейного тыла, взаимодействия в семье. А все остальное вы можете достигнуть. Напомним, 15 января 2011 года вступил в силу федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации. Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, функционирование ведомства вне системы прокуратуры должна была создать необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов.